Марк приглашал меня сюда лет 5, никак не получалось. Но я не мог не приехать в этот раз, потому что мы все дружны, и мы все ездим друг к другу в гости. Я признателен вашему клубу, который всегда посещает такое мероприятие, которое ты сейчас описал. Самое крутое. Спасибо. И, конечно, день 23 февраля очень важен для многих, для служивых. Я не знаю, почему меня вчера 3 часа не пускали в эту страну, Марк, вам. Наверное, потому что там мне 3 часа сделали в России, и они об этом на границе знают. Вот. Тем не менее, мы обязательно, мы дружим, и я помню, когда уговаривал в 2011 году руководство Харли Дэвидсон в Ки-Уэсте, сделать фестиваль в Питере, выступил один американец, который говорит, я вот пообщался 2 дня с Игорем, и хочу сказать, что я первый раз в жизни вижу русского не в прицел снайперской винтовки. Еврей, это то же самое, наверное. Он был спецназовцем во Вьетнаме, и я последний раз видел русских там. И я теперь хочу сказать, что русские классные чуваки. И если бы все ездили на мотоциклах Харли Дэвидсон, никогда не было бы войны. Поэтому, Марк, помнишь историю, что ты собираешь в нас токсикозное, мототоксикозное время. И от имени Ленинградского чаптера и фестиваля Санкт-Петербург Харли Дэвидсон мы хотим вручить тебе памятный подарок. Приезжайте всегда в Санкт-Петербург, в Россию. Вы будете самыми любимыми желанными. Ура! Давай!
Консола! Диджей! Консола! Эй, дай! Диджей! Самый отчаянный поляк! Здоровый! Полок Кадырадио! Мы с ним договорились. Давай, давай, давай! Давай, давай! Давай!